Так, привет всем! С вами ваша Сева Бутерфлай, серебряная бабочка. Начала краситься. Начинала с пудры. Примерно вот так это выглядит на мне. Начальная стадия. Дальше. Буду добивать тени. Так. Где моя любимая кисточка? Так. Опять буду делать сегодня видео без микрофона, я буду как бы так орать, потому что некоторые будут жаловаться, что плохо слышно, но лучше, чем есть, не будет пока. Пока я не куплю микрофон. В общем, красимся вот так. Сейчас крашусь серебряным. Добиваю серебряный сегодня. Как вам, кстати, слышно? У меня без микрофона. Пока так. Как куплю, так скажу. Мне вообще явно нравится именно вот этот бренд Hard Candy. Такая твердая конфетка называется. Тени, казалось бы, выглядят очень посредственно. А на теле, вот на коже, они выглядят супер хорошо. То есть они так ложатся ровно и делают твои достоинства, как говорится, уменьшают недостатки. В общем, все в классе. Теперь я делаю подводку внизу. Прежде чем вообще делать еще подводку внизу, немножко возьму белого. Ну, белый прям белый. И нанесу под брови. Так. Такой белый-белый. Белый-белый-белый вечер. Белый-белый-белый снег. У меня одни вопросы. У тебя один ответ, господи. Белый-белый-белый остров. Что-то такое, в общем, да. Группа комбинация не удалась. Потому что я не знаю слов, оказывается. Но этот бантик у меня съезжает, а не съезжай. Так. Это вот моя сливовая подводка. Так, бантик, не шали. Так. Чуть-чуть в уголках. А может быть, я даже немножко сделаю темнее веки сверху. Точно. Сделаю я. Вот сначала, в общем, я решила сделать брови вот этим коричневым. Так вот делаешь. Буквально тоненькая кисточка и пошел. Просто мне так далеко лезть за карандашом вот сюда, что я здесь поблизости. Так. Ну как? И теперь вот больше темным сделаю уголки. Вот так. Типа как а-ля стрелка, но теневая. Вот так. Так. Ну что-то вырисовывается, я сейчас подумала. А не сделать ли мне еще дугу? А дугу я сделаю тогда вот этим коричневым. Вот этим. Так, я сделаю очень легко и просто. Бац. И здесь. Бац. Все, теперь остается тушь.
И помада. Тушь у меня будет вот такая. Мне она стала нравиться. Кисточка очень как бы винтажная, да, хотя продукт новый, скажем, 2023, но кисточка напоминает советскую тушь, ленинградскую плевалку, в которую я не плевала. Но я знаю, что многие страдают от этой ленинградской туши, потому что она очень злостная, как на мыле. Так, но мне явно нравится краситься вот этой тушью. Она такая как бы жиденькая, в то же время не сухая. Ну, как бы жиденькая, не сухая, ну да. Ой. Что за слово такое жиденькое? И теперь так вот делаешь. Так. Выводишь такие ресничащие. Кстати, они могут наращиваться, я заметила. Вот этой, вот именно этой тушью. Тушь Physicians Formula. Ой. Так. Ну вот я явно прикипела к этой туши. Смотрите, у меня ресницы длиннее, чем у некоторых накладные. А это свои с одного раза. Представляете, если бы второй слой сделала и третий. У меня вот так бы хлоп-хлоп. Теперь будем делать помаду. Так. Вот я к ней прикипела точно. Так. Это у меня этот Burt's Bee. Такая ярко-вишневая. А то у нас там почти тоже, опять же, темная погода, но как бы еще не дождь. Но и не так уж противно. Ой, когда-то вот так вот. Слушайте, у вас бывает такое, что чем больше красишься, тем больше хочется. Я взяла, наверное, я еще сделаю подводку такую зверскую. Вот пойдет массовка. Сейчас я вам покажу. Класс. Мастер-класс называется. Когда вот чуть-чуть красишься, тогда, ну, такая скромняшка. А когда захочешь сделать стрелки, ну сразу другое кино. Так, слушайте, а мне захотелось еще один слой сделать. Представляете, вот будет такое. Давайте играться. Сейчас и будем играться. Второй слой. Так. Я и нижние ресницы тоже накрашу. И пошла массовка второго слоя. Ну как?
Мне кажется, эту тушь можно выводить forever. Пожизненно. Навсегда называется. Ну как? И у меня еще идея одна созрела. Взять и уголочки сделать белым и серебряным. Так вот. Так. Вау. Дива. Вау и ах. Слушайте, а может быть сделать еще нижнюю подводку или еще один слой туши? Ладно, оставлю все как есть. Хотя, так, пока не забыла. Я, вернее, почти забыла одеть сережки, серебряные бабочки. Как я так забыла? Так, ладно, гулять так гулять. Все-таки я сделаю черную подводку внизу еще. Ну, хотя бы немножко. И два. Ну что? Красоту ничем не испортишь. Даже косметикой. Не правда ли? Парфюм у меня с утра вот такой вот. Essence. Narcissa Rodriguez. Mask. Вот эта версия, которая Essence. Как вытяжка. Самая такая яркая вытяжка. Чистые простыни в крутом отеле. Как-то так. Обожаю. Надо было сразу показать. И надо уже расплетать косы. Сейчас начнем. Так. Да. Ну вот и имидж состоялся. Дело в том, что я собиралась снимать абсолютно другое видео. Но макияж получился такой яркий, что придется, наверное, снимать видео про парфюмы. Так что свидимся. О, подождите, подождите. А может быть я сменю украшение? Так, я сниму эти бусики и надену вот такой вот аксессуар. Так. Ну все. Серебряная бабочка к вам прилетела. Скоро будет репортаж про парфюмы. Так что не разбегаемся, встретимся в следующем клипе. С вами была Сева Butterfly, которая красила ресницы.